На конкурс дети читают стихи. Я ученик Ошинский Иван 1-го класса. Я читаю стих «День Победы», автор Томилина. День Победы, 9 мая, праздник мира в стране и весны. В этот день мы всегда вспоминаем не вернувшихся в семьи с войны. В этот праздник мы чествуем дедов, защитивших родную страну, подаривших народу победу и вернувших на мир весну.